Ваш лучший детский праздник в Гуд Батут. Здесь есть все для того, чтобы ваша семья и друзья провели время весело и с пользой. Аниматоры, квесты, свой небольшой банкетный зал. И, как показывает практика, нравится отдыхать на батутах не только детям. Корпоратив для компании от 4 до 10 человек в батутном центре – это тоже отличное решение. В такой активной форме можно, например, отметить день рождения или Новый год. В любом случае, посещение Гуд Батут станет для вас незабываемым опытом, который вам наверняка захочется повторить. Чему-то новому научиться, потому что батуты оставляют потом положительные эмоции. Батутный центр подходит всем. Профессиональным спортсменам и любителям, детям и взрослым. Тем, кто ставит перед собой амбициозные цели и кто хочет просто весело и с пользой провести время. В Гуд Батут можно встретить двухлетних карапузов с мамами и опытных акробатов. Сюда приходят по одному или дружными компаниями. Для занятий не нужно специальных знаний и физической подготовки. Все, что необходимо, соблюдать простейшие правила безопасности. Не нырять в поролоновую яму вниз головой, не прыгать вдвоем на одном батуте и сложные элементы выполнять под присмотром инструкторов. Любой человек, который даже не занимался спортом, может прийти и попробовать себя в этом. Да, первое время, конечно, будет непривычно, но со временем, с первого раза как бы ни у кого сразу не получается прыгать, но со временем, кто второй, третий раз приходит, ему ждается легче. С детьми в Гуд Батут занимаются профессиональные спортсмены-инструкторы. Программы рассчитаны на две возрастные группы. Для малышей от 4 до 8 лет и для ребят постарше от 8 до 12. Конечно, после прыжков на батутах прямая дорога в акробатику. Но вообще такие занятия работают на развитие и укрепление всего тела. Развивать координацию. Начиная с малых лет, если ребенку сюда отдавать в спорт именно батут, то когда он подрастет, он будет хорошим спортсменом. Здесь работают все части тела. Смотря какой ребенок, обычно дети приходят сюда, наверное, лет с 4. И если они дальше хотят идти профессионально заниматься, то они идут, соответственно, в школу акробатики. Рады в Гуд Батут и совсем крохам. Малышам от 1,5-2 лет весело в сухом бассейне и веревочном городке. С ними занимаются аниматоры. Да и попружинить с мамами и папами на батутах такие карапузы тоже могут. Перед выходом на батуты с ребятами в игровой форме проводят разминку. А после занятия дети с удовольствием ныряют в поролоновую яму. Туда, кстати, с радостью прыгают и взрослые. Батутный центр – тот самый билет в детство, который доступен каждому. Спортсмены-профессионалы вытворяют на батутах невероятно сложные трюки, но для того, чтобы просто расслабиться и получить удовольствие, достаточно слегка пружинить и немного подпрыгивать. Всего несколько минут и напряжение рабочего дня как не бывало. На все оборудование в центре Гуд Батут есть сертификаты соответствия. Отдых и занятия тут абсолютно безопасны, если соблюдать все правила и слушать инструкторов, которые всегда дежурят в зале. На занятия по абонементам действуют скидки. Также скидки есть для многодетных семей и детей с ОВЗ. Батутный центр Гуд Батут. Прыгайте в свое удовольствие. Чапаева, 26, Элегант, второй этаж. Телефон 8-958-548-1448. Посещение по предварительной записи.